Всем большущий привет, дорогие друзья, меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта. Добро пожаловать! Мы с вами продолжаем снимать уроки для новой рубрики под названием «Лучшие мировые бои на гитаре». Это, по сути, подрубрика рубрики «Уроки игры на гитаре». Быстрое обучение игре на гитаре. Все уроки можете найти в хижине музыканта. И чтобы не упустить ни один из новых роликов, скорее подписывайтесь на канал. Я думаю, он вам очень понравится. Сегодня будем рассматривать третий испанский бой уже. И, по сути, этот бой еще называют бой румбой. Сейчас покажу, как звучит этот бой. А урок будем проводить на гитаре от компании Flight. Модель гитары F230CN. Посмотрите, как она звучит. Эту гитару предоставила компания Динатон. Ссылочка будет в описании под видео. И как раз давайте посмотрим наш румба-испанский бой. Что-нибудь успели заметить? Попробуй помедленнее. Думаю, так быстро не стоит использовать этот бой. Самая приятная скорость этого боя примерно звучит так. Разберем более наглядно, как звучит, как играется этот бой. Берем аккорд АМ, делаем удар вниз, потом большим по верхнему деку и ногтем безымянного пальца по нижней части барабана. То есть вниз, удар, удар, вверх. Вверх, вниз, вверх. Указательным пальцем здесь работаем. Аккорды М, например, дальше. Вниз, удар, удар, вверх. Вверх, вниз, вверх, вниз, удар, удар, вверх, вверх, вниз. И аккорд Е. То есть, чтобы звук был такой мощный, четкий, нужен ноготь на всех пальцах, желательно гитаристы должны иметь, чтобы играть очень классные бои и четко звучало, нужно иметь ногти. В данном случае можно, конечно, и без ногтя, просто звук будет менее такой звонкий и четкий. Итого получается... ДМ, Е, очень быстренько проходим на аккорде АМ дольше. Вот эти два главных удара не забывайте. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Надеюсь, у вас на гитаре также получилось сыграть этот замечательнейший, класснейший бой. Чтобы не упустить остальные такие классные бои, испанские, регги, дворовые, армейские, чеченские, все-все-все эти бои мы с вами будем рассматривать. Чтобы их не упустить, подписывайтесь на канал или вот нажмите на ссылочку subscribe, на кнопочку subscribe. И еще одну важную информацию хочу сказать. Если ты подписчик моего канала Хижина Музыканта, то наверняка видел, я делал приглашение на онлайн тренинг «Освоим гитару за 7 дней с нуля». Если ты не подписчик, то вот сейчас можешь услышать эту новость
Я офлайн-версию этого тренинга, который вот проводил на днях через интернет с людьми, их учил играть на гитаре, и за 7 дней они освоили гитару и научились играть свою любимую песню. Если ты также хочешь научиться играть на гитаре за 7 дней, очень быстрый способ обучения у меня есть. Такой способ ты еще нигде не найдешь, во-первых. А приобрести у меня можно за очень-очень небольшие денежки. Ссылочка на курс будет в описании под видео. Пишите мне в ЛС ВКонтакте, и я обязательно с вами свяжусь, и мы законтактируем, затрахаемся друг с другом. А вас благодарю за просмотр этого видео. Спасибо, до свидания, пока. Просто улыбнись и забудь о словах. Слышишь, сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я такой смешной.